Вот приехала посылочка из США с катушками индуктивности. Вот, шла она очень долго. Вот, она наконец-то пришла. Очень большая катушка. Вот, сейчас скрою, покажу, что там внутри. Вот, я уже заранее разрезал. Тут две бобины. СМД катушечки в основном и аксиальные. Вот. Ну, значит, вот у нас целый пакетик с СМД катушечками. Это у нас, значит, серия тока 5CCE. Вот. Вот это щит, вот они, 5CCE. Вот, и это у меня, значит, на индуктивности там написано, значит, 168. Вот, постараюсь сфокусировать, 168. Исходя из таблицы, 168, это у нас 2200 наногенри, то есть 2,2 микрогенри. Вот, второй номинал у нас это... Вот, я вот вижу, на камеру, наверное, не видно, 150. Вот. Тоже серия 5CCE, 150. То есть по табличке это у нас 68 наногенри, это самая маленькая индуктивность. Вот. Ну и самое, конечно, большое, это вот такие две бобины. Вот, тут около 1000 штук, по-моему, если не ошибаюсь, 900. Да, 1000 штук. Вот, 1000 штук вот таких вот. Вот. Сейчас вскроем, вытащим хотя бы одну штучку, показать. Вот, сейчас мы вытащим. Идет бобине. Бобинки. Вот сейчас мы катушечку вытащим. Опа-на. Вот она, катушечка. СМД размером 5 на 5 миллиметров. Вот. Это у нас на 150 наногенри. Вот такая вот штучка интересная. Ну вот у меня 1000 катушек, мне, наверное, до конца жизни хватит. Вот две бобинки. Вот еще я заказал под аксиальные пайку катушки, тоже, скорее всего, что тока-тока. Вот, хотя вот здесь вот написано Каст Philips, то есть для клиента Philips. Вот, то есть это, скорее всего, что для Philips делали. Сейчас мы разрежем. Вот, видите, какие катушечки. Неаккуратно, конечно, получилось, но вот такие вот. Это у нас 7 мм стандарт. Ну, высота где-то около 10. С индуктивностью тут непонятно. То есть, ну, я думаю, тут тоже индуктивность в районе 100-200 наногенри. То есть надо измерять. То есть это неизвестно какая. Вот. Ну, вот такие вот у меня цацки появились. Вот. Всем спасибо за внимание. Кто захочет купить у меня катушки, пишите в комментариях.